Кандидат от КПРФ был выдвинут на краевой конференции. Но согласно законодательству, для того, чтобы он был зарегистрирован, было необходимо собрать 502 подписи депутатов, как вы сказали, и до сегодняшнего дня, сегодняшний крайний день, необходимо было их подать. Нам удалось собрать 346 подписей. Вот, вот они здесь, кстати, да, это подписи районных депутатов, это подписи сельских депутатов. Этого количества недостаточно, поэтому кандидат от КПРФ на сегодня не будет участвовать в выборах губернатора. Могу сказать, что мы сделали все для того, чтобы у жителей Алтайского края был реальный выбор программ, кандидатов, но власть не пустила кандидата. То есть нас не пустили? Да.